Прокурор во время судебных прений сторон по делу о взяточничестве руководителей службы единого заказчика Виталия Чумакова и Владимира Имекова заключил, что бывший зампред правительства Забайкалья Вадим Петров, который сейчас находится в зоне СВО, пригласил из Бурятии Виктора Гуслякова на пост замдиректора СИЭС и помогал при трудоустройстве в службе его знакомым Чумакова и Мекова. Об этом сообщили во время судебного заседания в Центральном районном суде Читы. Петров предложил Гуслякову должность в ГКУ службы единого заказчика. Ознакомившись с положением дел в организации, Гусляков озвучил Петрову необходимость пригласить работников, которые ему помогут, на что Петров согласился. После этого в апреле 2021 года Гусляков встретился в Улан-Удэ с ранее знакомыми Чумаковым и Емековым и предложил им работать в службе единого заказчика, сказав, что они будут получать от подрядчиков откаты по госконтрактам за содействие в заключении контрактов и их исполнение. Чумаков и Меков согласились. Система откатов, напомним, предполагает, что подрядчик возвращает в процентном выражении часть денег в зависимости от общей стоимости контракта, полученной в качестве оплаты по нему. Также прокурор накануне указал в своей речи, что по показаниям Гуслякова в конце апреля 2022 года он передал Петрову 800 тысяч рублей. Бывший советник губернатора Забайкалья Вадим Петров, напомним, был назначен зампредом правительства по строительству в марте 2022 года. В январе 2023 он ушел в отставку по собственному желанию. Через месяц после ухода Петрова стало известно, что следователи направили губернатору Александру Осипову письмо о том, что Вадим Петров и несколько руководителей строительных компаний, в том числе подрядчик детской больницы в Чите, могли участвовать в коррупционной схеме вместе с задержанными руководителями СЕС. В письме следователи вынесли губернатору представление с требованием устранить способствовавшие преступлениям обстоятельства и предложили провести служебную проверку в отношении Петрова. Сотрудники полиции в Чите завершили проверку деятельности костоправа Евгения Кротенко без медобразования, который лечит детей и проводит обучающие курсы. Об этом ЗАПРУ рассказали в пресс-службе МВД России по Забайкалью. Сотрудниками полиции были установлены и опрошены граждане, которые к нему обращались. Уголовно наказуемого деяния, предусмотренного статьей 235 Уголовного кодекса России, это незаконное. Осуществление медицинской или фармацевтической деятельности не усмотрено, поскольку состав преступления образуется в случае причинения в результате такой деятельности вреда здоровью. Об этом сообщили в пресс-службе полиции. Там также добавили, что в настоящее время решается вопрос о привлечении Кротенко к административной ответственности за незаконную предпринимательскую деятельность и оказание медуслуг без соответствующего разрешения. Напомним, Следственный комитет начал проверку по данному факту позже. Следователи разыскали пострадавших от рук забайкальского целителя. Ход результаты проверок взяла на контроль районная прокуратура. Позже выяснилось, что костоправ решил отправиться в турне. Впервые заместитель председателя правительства Забайкальского края Андрей Кефер возглавил координационный комитет грантового конкурса губернатора. Об этом сообщается на официальном сайте региона. Участие Кефера в утверждении победителей конкурса обеспечивает максимальную точность при определении проектов, претендующих на финансовую поддержку. Его вдумчивый и опытный подход гарантирует, что все требования к содержанию проектов будут соблюдены авторами, инициатива будет своевременной и полезной для жителей Забайкальского края. Так отметила директор фонда развития Забайкальского края ресурсного центра поддержки НКО Наталья Макарова. Напомним, Макарова была назначена директором фонда развития в декабре 2021 года. К этому времени она руководила Центром развития НКО Забайкалье. Отчет о деятельности фонда с ее приходом на должность стал закрытой информацией. 16 июня 2023 года Макарова объявила об уходе с поста директора. Позже стало известно, что она перешла на работу в недавно созданное Министерство развития гражданского общества на должность заместителя министра. Но официальной информации об этом так и не появилось.